Так, пожалуйста, Петр Туткевич. Возьмите, только микрофон, пожалуйста, микрофон. Владимир Владимирович, я хотел бы на секундочку обратиться к вашим словам, которые вы только что сказали, что Россия должна опираться на российские ценности. Мы об этом, кстати, говорили и на Валдайском клубе позавчера. Я хотел бы вас спросить, кто из российских мыслителей, ученых, антропологов, писателей вам самый близкий для того, чтобы для себя самого определили эти ценности, которые потом будут ценностями для всех россиян? Ну, вы знаете, я не хотел бы говорить, что это там Иван Ильин только. Но я читаю Ильина, да, читаю до сих пор. У меня книжка лежит там на полочке. И время от времени снимаю, читаю. Ну вот, Бердяева я упомянул. Да, значит, другие наши мыслители, значит, это все люди, которые думали о России, думали о ее будущем. И, конечно, мне с поправкой на то время, когда они творили, писали, формулировали свои идеи, с поправкой на это время, все равно мне очень интересно вот, ход их мыслей.